Так, лук перемололи. Я нашел рулетку. Сейчас вот покажу. Ой. Так. Вот примерно, если взять вот рулеткой, тут видно, не видно. Вот так вот, если от 2 сантиметров. Примерно, короче, 3-4 миллиметра. Вот, наверное, вот так вот лучше будет понятно. 3-4 миллиметра у нас лук перемолот. Такие дырки. Теперь добавляем воду. Так, у нас 3 килограмма 630 грамм. Вот там у нас сало, фарш. Вот теперь добавляем воды. Так, сейчас. Так, у нас фарша, то есть 6 килограмм 600 грамм получилось, то есть фарш и сало. И на это количество мы 6 килограмм 600 грамм. Так, умножаем на 250 грамм воды, то есть на килограмм фарша я добавляю 250 грамм воды. Так, мы сбрасываем, и у нас получается кило 650 грамм. Даже если немножко.